консультировались с серией многочисленных инсультов.
понял, все, все. Угу. Где Остапа? Остапа где? Он идет. Снимай все. Где он? Он здесь, нет, в очках? Да. Нет, снимай все по мне. Вот он ложит плечи трубы. А, понял.
Кафедры операторского мастерства. Я хотел бы принести соболезнования близким Эдуарду Александровичу. Ну, вы знаете, наша кафедра осиротела, вот такое ощущение. Потому что энергия, которую обладал Александр, была какая-то необычайная. Он был, несмотря на свой возраст, был энергичен до чрезвычайности, активен. И, в общем, мне трудно говорить, и я не очень понимаю, как мы сейчас будем жить. Сам я знаком с Эдуардом Александровичем очень давно, но не очень был близок, пока вот мы не начали работать здесь, в этом университете. А вот когда начали работать здесь, вот я его узнал гораздо лучше. Я все время восхищался тем, что он везде успевает, все знает, и все держится на нем. Вот что теперь будет, я не знаю. Ну, а теперь, если, не знаю, что еще надо говорить, если кто-нибудь хочет что-нибудь сказать, то милости просим с микрофона, подойдите, пожалуйста. Природа все-таки плачет, и у нас большое горе. Трудно говорить. Мы потеряли не только коллегу, замечательного художника, друга, но мы потеряли и родного человека. Потому что Эдуард Александрович на кафедре для всех нас очень много сделал добра. Каждому помог. И, может быть, даже каждого до какой-то степени открыл. Пусть земля ему будет пухом. Мы его всегда будем вспоминать. Прощай, дорогой. Нам, родные, близкие, коллеги, в этот день нас собрало всех здесь общее горе, потому что 3,5 дня назад ушел из жизни блестящий человек, великолепный профессионал, знаменитый не только в нашей стране, а во всем мире. И пережить это горе всем нам каким-то образом нужно, потому что в сердце каждого из нас этот человек оставил неизгладимый след. На протяжении последних 10 лет мы с ним неоднократно выезжали в регион России, где он проводил мастер-классы, осуществлял прием студентов в наш университет на факультет экранных искусств. И всегда говорили в регионах, поражались, что такая знаменитость, ни капли, если такое слово, не знаю, какое подобрать честно, но не ни капли, с нами обожали. Завидовали нам, что у нас в университете работает такой замечательный человек.
Вот в течение этих 3 дней были десятки звонков из всех регионов России, Якутия, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Юг России, Вера Андреевна, все просили передавать, передать самоискренние соболезнования. Вместе с нами они скорбят, потому что такая стремительная смерть практически. Почти на рабочем месте человек здесь был во вторник, уехал в 4 часа. Вот так все мгновенно случилось. Я благодарна судьбе, благодарна вам, Эдуард Александрович, за ту великую честь, которую вы мне оказали, включив меня в круг своих друзей. Пусть земля вам будет пухом, славь вам небесная, и вечный покой, низкий вам покой. Буквально совсем недавно еще обсуждали с Эдуардом Александровичем, он был полон энергии, обсуждали различные идеи, которые должны были осуществиться с его участием и его поддержкой. Сегодня не так много здесь подорожек, но у нас пришло много телеграмм в адрес сегодняшнего школьного дня, в том числе из Центра подготовки космонавтов. Там тоже скорбят о смерти Эдуарда Александровича. Потому что он для них не просто человек большой буквы. Это наш человек, который много сделал, в том числе и для водолазов, от имени которых я выступаю. Сегодня по всей стране в 19:00 будет сядут за стол люди и помянут Эдуарда Александровича. Я надеюсь, что все идеи, которые его вдохновляли и которые он продвигал, мы добьемся и притворим жизнь. Светлая ему память. Великое счастье, что мне удалось быть рядом с этим человеком. Дорогой учитель, трудно поверить, что всего лишь неделю назад мы обсуждали проблему, как лучше провести фестиваль в память сердца, посвященный началу битвы на Лесном Тачке. С сентября месяца каждую неделю мы встречались со студентами факультета массовых коммуникаций. Это были наши дипломные работы. И поэтому впервые фестиваль, посвященный юбилею, несколько не юбилею, а торжественно-траурной даты, 70 лет начала битвы на Лесном Тачке. Там лежат сотни тысяч молодых защитников Ленинграда и Невского Тачка. Мы с вами обсуждали, как будет проходить этот фестиваль, обсуждали программу. Собрали более 200 различных короткометражных фильмов со всего Северо-Запада. И обсуждали, что мы включим, что не включим. Готовили вместе с вашей кафедрой выставку на этом фестивале. Думали о том, как провести мастер-классы. И все это вы делали, не включая вашу кафедру, включая факультет массовых коммуникаций. Вы были необыкновенным солнечным человеком. Какие ни были бы трудности, но вы всегда умели улыбнуться, поддержать, помочь, потому что это было главное дело. Я сегодня докладываю вам, что и в Кировске, и в Отрадном, и в других городах, в Мамбе, будет проходить фестиваль «Память сердца», и вы останетесь навсегда почетным председателем жюри. И будет выставка и в Отрадном, и в Кировске, и в Мамбе. И будет фестиваль «Память сердца». Лучшие фильмы, которые мы отбирали вместе с вами, обсуждали, я надеюсь, посмотрят и ребята, и молодежь в других городах Кировского района Ленинградской области. Обладали удивительным качеством. Вы могли вовремя позвонить и сказать: «Отличайся, все будет в порядке». Вы умели удивительно поддержать студентов разных факультетов, разных возрастов. Вы сумели нас собрать, объединить и пригласить на 5 различных фестивалей, которые вы проводили только в 2011 году.
5 молодежных фестивалей, которых не имели средств, на которые вы своим энтузиазмом и энергией собирали в Петербурге, учили, передавали свой опыт, и ваши ученики учили, мастер-классы проводили. И, наверное, в этом и есть ваша великая заслуга и ваша великая миссия. Я надеюсь, что «Хрустальное сердце», которое будет навсегда учреждено на фестивале «Память сердца», будет переходящим замечательным призом на нашем фестивале «Память сердца». И этот фестиваль будет памятью и о вас, и о ваших делах, и о ваших трудах, и о ваших удивительных талантах. Спасибо вам за все. Пусть земля будет пухом, а мы ваше удивительное сердце и удивительные ваши поступки человеческие, необыкновенные, без серебряника, талантливого человека, навсегда останутся с вами. Прощайте. Передавая свой колоссальный опыт, он очень хорошо умел работать со студентами, что, конечно, в этом смысле самое главное. И здесь сегодня присутствует очень много студентов кафедры операторского искусства. И если бы не такой летний день, то здесь было бы во много раз больше. Он умел со студентами и проявлять доброту, и в то же время строгость. Вообще он был человеком очень принципиальным. Я вспоминаю, что он этой принципиальности, может быть, очень много не хватает, но он мог директору сказать что-то очень такое и резкое, и мог сказать министру. Так что вот он этим отличался. Вообще он человек очень неравнодушен. Иногда даже казалось, ну что, какое ему дело того времени происходящего. Нет, он всегда, он не мог не вмешаться. Вот такой человек. Это замечательное качество. И, конечно, это далеко не все хорошие качества, которых я сказал, то, что у меня присуще. Конечно же, он оставит след колоссальный в истории нашего вуза. И мы будем его всегда помнить, позднее его помнить. И главное, чтобы его помнить многочисленные ученики и студенты, которых он очень любил. Позднее. Эдуарда 63-го года, когда я пришел в Генфильм, и как-то жизнь так сложилась, что мы с ним очень часто встречались, либо в туристической поездке, либо в каких-то совместных работах, но потом вот последние годы здесь, в университете, меня всегда поражало, что он как-то остервенело боролся за свои идеи, за свое представление о жизни. И он иногда даже, скажем, ходил и ходатайствовал за меня, хотя не имел к этому прямого отношения. Мы с ним были приятели, часто встречались, я ему дарил книги свои, он их читал и потом рассказывал, что он об этом думает. Это было очень искренне, удивительно, жизнелюбивый человек. Потому что даже вот в последние годы, когда здоровье ему изменяло уже, он все равно оставался на уровне, он участвовал во всех важнейших решениях, которые касались его кафедры и университета. И, конечно, это очень жаль, что он ушел. Но я думаю, что прав был человек, который сказал, что человек будет жить до тех пор, пока о нем кто-нибудь помнит. Я думаю, что все мы и еще огромное количество людей, которые знают Азовского, будут о нем помнить.
сказать, что мы иногда, мне кажется, забываем, что в наших глазах творится история мирового кино. Открывая великие имена в энциклопедии, мы видим это где-то далеко, эти имена, эти фильмы, эти люди. Но тот один из тех, кто создавал эту историю, великую историю отечественного кино, находился рядом с нами, тот же университет. Что минут, когда он снял «Белое солнце пустыни» и «Человек-амфибия», он вошел навсегда в мировое кино, и это останется за ним, это высокое, достойное место высокого мастера. Удивительным было, когда я сюда пришел увидеть его, что в общении самого он был очень просто, очень творческий, очень живой, действительно, человек, это правда, я был поражен, насколько он, как любой человек талантливый, он отзывался на любой талант, студентов, других людей. Меня интересовали книги, интересовали работы. Это замечательно совершенно. Общение с Берстанчем. Я могу много говорить, но он много мне помог в каких-то вещах, когда он был там лицензию на книгу написать, или студентам наших объединений. Это всегда было обязательно, было точно сделано, очень ответственно, и с тем вот удивительным живым огоньком, который, не знаю, на мой взгляд, отличает это удивительное поколение, которому он принадлежал. На долю которого выжили ужасающие испытания, не знаю, кто из нас мог бы это вынести, но они вынесли это и донесли свое искусство и свое высокое достоинство. И, наконец, создали замечательно бледных учеников, которых огромное количество, но это вы все знаете. Когда великие мастера работают, преподают в каком-то учебном заведении, потом образуется какая-то памятная доска, портреты. Даже такой, может быть, кабинет, где рассказана жизнь этого великого человека, который является образцом для тех детей, в общем, кто учится. Я думаю, было бы весьма достойно, если наш университет тоже пошел по этому пути и создал какое-то памятное место Эдуарда Александровича. И других людей замечательных, которые работают в нашем университете, и память которых является, в общем-то, сегодня историей мирового кино. Связано только. Эдуард Александрович был председателем жюри на фестивале «Аквафильм». Соболезнования прислали Даниэль Мерсье, президент Всемирного фестиваля подводных изображений станции, Андре Лапан, который с 1952 года работал в команде «Кусто», с соболезнованием журнала «Предельная глубина» из Москвы. Эдуард Александрович удивительный человек. Для меня большая честь то, что он поддержал фестиваль «Аквафильм». И мы на самом деле успели отметить 45 лет фильма во Франции, фильма «Человек-амфибия» и 50-летие фильма в этом году в Доме кино. Мне очень тяжело говорить. Дело в том, что здесь речь идет не только о подводных съемках, а о той магии любви, которую с экрана всех своих фильмов Эдуард Александрович давал нам, потому что он любил людей, и это самое главное. Эдуард Александрович, мы вас очень любим. Коллеги, разрешите от имени университета, от руководства, сотрудников университета выразить глубокое соболезнование по случаю утраты такого выдающего, замечательного, и второго такого человека в нашей стране не может быть, это Эдуард Александрович. В адрес университета поступило огромное количество телеграмм, в том числе от Министерства культуры Российской Федерации, от других творческих организаций и студий, где выражается, еще раз повторюсь, глубокое соболезнование по случаю трагической потери Эдуарда Александровича. Я в университете работаю небольшое время, но мне повезло, в отличие от многих, когда буквально в первые же дни я познакомился с Эдуардом Александровичем, и практически на протяжении всей деятельности в университете мы с ним соприкасались, и я только получал положительные эмоции, положительный заряд своей работе. Вы понимаете, творческие люди, они творческими людьми не становятся. Творческие люди – это люди от Бога. И вот та искра, которая произвела Эдуард Александрович и наградил его таким бесценным талантом,
именно выразилась в тех его замечательных работах как профессионала, я не буду повторять, они будут бессмертны. Но в то же время, работая в нашем университете, посещая отдельные его занятия, к сожалению, я сейчас именно оглядываюсь назад, мало было, но я всегда видел, когда студенты или на экзамене, или на практических занятиях в окружении Эдуарда Александровича, Астахова и других преподавателей именно не зацикливались на Академии ответа. Они именно были людьми творческими. И вот этот талант педагога, а не каждому это дано, у Эдуарда Александровича появился в полной мере. Поэтому еще раз выражаю глубокое соболезнование, и пусть Эдуард Александрович земля станет пухом. Сердцем, и часть его сердца навсегда останется в нас. Мне очень больно, что я не успела сказать ему, как сильно я его люблю. И вчера мы встречались с группой, и один из нас сказал, что Никита сиротел. И действительно, нашим домом, институтом, был такой отец, который все время нас сопровождал, у него была очень большая сила, для этого есть многие. И он безгранично любил всех, всех, кто находился рядом с ним. И за все упрямство на занятиях, за критику наш адрес, за все это вечно не помните, спасибо большое, что лично любил. Я искренне рад и горд тем, что я был учеником. Спасибо вам всем. Я хочу вам напомнить, что в нашем вузе ежегодно обучаются граждане от 12 до 20 зарубежных государств. Сегодня со мной рядом стоят граждане Сирии. Один и второй получили образование у Эдуарда Александровича на кафедре. Один из них в аспирантуре сегодня, второй грозится поступить в аспирантуру. Я хочу сказать, что лично в мое сердце Эдуард Александрович вошел несколько десятков лет назад своими великолепными фильмами, которые я пыталась объяснять и своим детям в том числе. А 10 лет назад у нас дружба чисто человеческая началась, не просто высокого уровня образованности человек, а человек. И я представляю, как больно родственникам, близким, Эдуарда Александровича соболезнования вам. Эдуард Александрович обладал удивительным качеством, о котором мы сегодня говорим, как сертификаты. Он умел дарить себя людям. Мы много с ним беседовали. Действительно, он полоборота мог стать другом и педагогу знаменитому, и студенту. Эта способность дружить при сумасшедших требованиях. Его была великолепнейшей чертой, которая отличала его очень многих. Потрясающе неравнодушно. Мы с ним обедали за обед до его кончины. Мы говорим о том, как трудно сегодня работать. Вот как много нужно изменить в лучшую сторону. Как, к сожалению, не очень удачный прием. И ему было это необыкновенно больно. Необыкновенно сказать все. А человек тратит много энергии, много страдает, болеет уж равно. И вот зададим вопрос. Это
подачу здоровья человека, наверное, да, а может быть и нет, потому что если человек отдает себя, то энергия уходит в космос и возвращается нам уже ко всем, и к этому человеку, который дарит себя. Энергия передается нам, и если человек любвеобильный, может эту энергию направить на консолидацию всех людей. Это великое счастье. Спасибо тебе, дорогой Александр. Александровичу от метро Владимирской, помощенной, ухоженной, красивой улицы, которая стала в нашем городе.
мы шли к нему, и я вспомнила, что когда-то этот институт, когда мы были молодыми, был, в общем-то, третьесортным, так будем говорить. И все стремились поступать в университеты, в ИТИК, политех, но мало кто шел к киноинженерам, потому что он был не очень престижным институтом. Сегодня не только эта улица, а Достоевского вся в цветах, и все знает и помнит Эдуарда Александровича. Так как он снимал Петербург, так как он делал эти видовые кадры во всех фильмах, это практически никто не мог делать. И то, что он, пройдя и столько сил отдав именно созданию кинофильма, создал и, можно сказать, воспитал уже армию замечательных студентов, специалистов, и таких, которые должны быть гордостью нашего города. Он сделал очень много. Он оставил просто огромное наследие и в сказках, и в других фильмах, и в прославляемых «Белом солнце пустыни», и в многих других фильмах. Но то, что он сделал в последние годы, буквально после своего 80-летнего юбилея, это практически никому не доступно. Он победил все, он победил смерть, он победил жизнь, он победил столько, что трудно сказать. И я бы хотела сейчас сказать в память его стихотворение, ну, маленькое, растишее Шефнера. «Ты думал о вечности, ты в ней живешь, ты ешь ее хлеб, вино ее пьешь. И яркие звезды мерцают тебе, ты вечен, когда ты живешь на земле. Все, что он создал, и он сам, это вечность». Спис проходит. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, родственники, Федор Александрович, я приношу вам глубокие соболезнования и хочу рассказать одну маленькую семейную историю. Как-то в другом городе мы жили, и в один вечер нам стало что-то грустно, и мы решили провести рейтинг любимых отечественных фильмов с супругом. Мы написали на листочке около 30 фильмов, потом стали сокращать этот список. И в конце концов у каждого осталось по 10. И потом, не сговариваясь, мы договорились так, что каждый из нас напишет один единственный фильм, который ему близок и дорог, и который бы он мог смотреть каждый день. И показав листочки друг другу, мы увидели один фильм «Человек-амфибия». Простите, мне очень трудно говорить. И через несколько лет я попадаю в Санкт-Петербург, в этот университет, и вижу перед собой человека, который создал этот фильм. Я благодарна Господу Богу и судьбе за то, что он мне дал возможность признаваться ему в любви всякий раз, когда видела его в коридоре. Эдуард Александрович не даст соврать. Я думаю, что душа его сейчас с вами, но он все слышит. Когда я его встречала в коридоре, я говорила: «Эдуард Александрович, я вас обожаю, вы мой любимый оператор, можно я вас поцелую?» И это стало традицией наших встреч в коридорах вуза. И вот сегодня я признавалась в любви ему один на один, а сегодня я хочу признаться перед всем. Эдуард Александрович, вы мой любимый оператор. Я вас обожаю. Я буду вас помнить. Царство вам небесное. Спасибо вам за все. За ваше творчество, за ваши фильмы, за вашу душу, за ваше сердце. За все, что вы отдавали людям. Спите спокойно. Мы вас будем помнить. И я вас продолжаю любить. Нужно годы, молодостью нашей зрелости. И Ленфильм, ну, как я сегодня понимаю, я об этом рассказываю студентам, был прекрасной творческой питательной средой для каждого последующего молодого поколения. Вот лично меня воспитала
воспитательная среда Минфильма, как я это сегодня называю, помимо всех образований, которые мы все тут получили. И хотелось бы мне, чтобы лучшие традиции Минфильма, конечно, основоположником был Эдуард Александрович этих традиций, прекрасно все, кто работал на Минфильме, все прекрасно помнят, чтобы эти лучшие традиции, которые создавали, утверждали вот такие люди, как Эдуард Александрович, перешли бы в этот институт. Сейчас молодежь очень в этом нуждается, очень нуждается. Дедушка был мастером, был профессионалом, он был талантом. Еще он очень любил свою семью, свою жену, своих детей, своих внуков. Одной внучки у нас не хватает. Он нас учил жить, он нас учил видеть мир, как он его видит. Красиво, в хорошем кадре. Еще он нас учил, как жить в грядке, собирать смородину, строить скамейки, которые он до сих пор держит. Хотя мы их строили, когда нам приняли. Так, ты прощается, можно выходить не только в центральные ворота, здесь еще одни у нас. Выход. Thank you.
Thank you.
Пожалуйста, это Еновки. Здесь подкал. Этот самый, как его? Как его фамилия зовут? Да, я хочу сказать просто, но я не буду ничего говорить. Выйти о кино. Я хочу поступать здесь все его близкие. Я буду говорить не только о дороге. Такого другого у меня в жизни не было. И этого не будет. Потому что более... Так как у него друзья, не у него никто. Но, к сожалению, были много горестных людей, смерти моей жены, моего сына. И всегда он был рядом. Я думаю, мы с тобой очень скоро. Сказать спасибо, спасибо папе, спасибо за то, что он вот такой, как он есть. И вы все, и вы, и семья, и ученики, и коллеги. Он действительно снял такое количество фильмов, что у них были разные, большие, маленькие. И все они были сделаны с такой любовью, с такой добротой. Я надеюсь, что вы это сделаете. Пожалуйста, прощайте и сюда подойдите.
ты как раз смотришь. Про это никто ничего не говорит. Это вообще все. Я заверяю, нет, чем как они себя похвалить меня.
отделе. Да. Хорошим отделом. Соответствует тому, что мы сегодня ощущаем. Очень